Ой, кто это у нас тут такой? Кто это у нас Всем тут привет! Такой? Мы на канале Мисс Элис, и сегодня мы будем делать... Мама, что же мы будем сегодня делать? А мы сегодня будем делать что-то очень интересное. И сейчас я хочу вам показать свои новые игрушки. Смотрите, кто с нами тут сидит. Это Смайлик. Это Смайлик. Подушечка. Подушечка. И новые игрушки. Та-дам! А что это за игрушки-то? Это сквишики. Это сквишики. Они очень вкусно пахнут. У нас есть кекс, да? Да. Пироженка. И молочный коктейль. Да. Ой, а что сейчас будет? Я знаю, что Алиска долго-долго ждала такого видео. Да? Да. И она не знает даже, что ее ждет. Потому что то, что ее ждет, спрятано. Да. Вот здесь спрятано. Ой-ой-ой-ой-ой, такая большая коробка. Я могу ее открыть? Ты можешь ее открыть и посмотреть, что мы будем сегодня делать. А мы сегодня будем делать... Вау! А мы сегодня будем делать обзорчик. На подделочке лол, друзья. Да, у нас тут их коробки целых 5 штук. Да, просто сейчас подделки лол очень-очень классные. У Алисы уже есть коробочка лолов. Мы покупали и настоящие, и подделочки. Нам было интересно все посмотреть. А вот эти она еще не открывала. Давай, показывай, какие там есть. Тут есть какой-то вот такой лол-шарик с питомцами. Маленький. Да, маленький, очень маленький. Это какой-то питомец-малыш. Да, наверное. Так, что еще? Есть еще какая-то вот коробочка с вот такими вот питомцами. Это тоже питомцы, так. Доставай, доставай, доставай. Все же мы будем их в коробке держать. Коробки в коробке. О, а это конфетти-поп, девочки. Конфетти-поп. Тоже не открывали такие, да? Да. Так. Я настоящих, друзья, хочу вам сказать по секрету. Да, настоящих тоже еще не нашли. Вот такие еще. Это что? Ну, это с крыльями какие-то. Тут написано тоже конфетти-поп. Ну да. Только какие-то другие. И еще вот этот. И еще малютки в белом шарике. Да. В серебряном. Давай начнем. Ой, давай начнем. Мне самой не терпится, так интересно. С этого. С малыша? Да. Ну давай. Вот, значит, еще раз показываем наши коробочки. Тут разложили пэцы. Не пэцы. Ну, видно, какой еще шарик не будет. Пэцы. Какие шарики? Вот, вот такой будет. Шарик будет. Какой? Зеленый. Ага, зеленый. Ну, давай. Ой. Зеленый шарик. Под первым словом должна была быть подсказка, но ее нету. Ну, это логично. Я вообще не видела настоящих маленьких шариков с пэцами. Да. Ты видела? Нет, не видела. Вот, поэтому интересно. Ой. И тут написано лол. Так, открываем. О. Тут аксессуарчики. Целый пакет. А тут, щенок. И еще какие-то штучки. Один тапок вывалился. У меня, если честно, даже и подделок, и настоящих лол-питомцев нету. Ой, не надевается. Сейчас сделаем. Мы собрали пёсика. Вот такой он попался нам. Белая голова, человеческое туловище, белые тапки. И еще у него двигаются лапки. Нет, если бы у него тельце было беленькое, был бы даже очень прикольный пёсик. Посмотрите, какие у него глазки хорошие. А подсказка оказалась в шарике вот такая. Да, мы нашли подсказку и наклейку. Еще тут что было? Бутылочка. Вот шарфик мы еще ему не и одели. И совочек с косточкой. Но не было песочка, да? Да. Не было песочка. Так, собираем, давай. Который должен выходить в туалет. Но он не ходит в туалет. Да. У него даже дырки нету. У него даже дырки нету. Он у нас все в себя. Так, что мы еще открываем? А маленькую сестричку? Откроем мы еще. Потом откроем, я да? Я хочу сначала конфетти-поп. Который розовый? Да, этот. Давай, открываем конфетти-поп. Так, тут еще был вкладыш с настоящими питомцами, да? Это же настоящие, да. Которые должны попасться вообще по идее. Вот.
А вот конфетки. И тут, кстати, 9 слоев. Ну, типа. Я думаю, это только в настоящем 9. Здесь будет меньше. Ты уверена? Нет. Я же не знаю. У нас сегодня именно на поделочке обзор. Нам интересно, что это... Что это китайцы там навыдумывали, напихали туда? Да. Раньше все открывали настоящие, а теперь все открывают подделки. Потому что всем интересно, что нового придумали китайцы. Это уже же там какая-то черти какая-то серия. Там я смотрела в последнем шарике, который мы не на видео открывали. Там была 26-я серия вообще, если даже 4-я только. Ну во, представляете. Вот такой вот. О, тут под слоем даже была подсказка? Да. Что там, тучка и солнышко? Угу, непонятно. Тучка и солнышко, получается радуга. Да. Значит, у нас, наверное, какая-то радужная будет девочка. Ого! Тут еще нужно что-то вскрывать, похоже. Инструкции. Инструкции. Давай посмотрим, что тут нужно делать. Розовый шарик. Открываем. Так. Крутилки-вертелки. Нужно секции тут открыть. Ну, это прям вообще, да, как у настоящих сделали наподобие. Да. Интересные. Вот веревочка. А, веревочку пока не тянем. Да. Давай, открываем. Что там у нас? В пакетике. Что же у нас в пакетике? Это самое интересное. Дам-дам-дам-дам-дам-дам. Бутылка. Бутылочка розовенькая. Ой. Ой, укатилась. Укатилась. Так, бутылочка. Откроем следующую секцию. Открываем. Вот. Тут что-то совсем маленькое. Тапочки. Это сосочка. Как сосочка? Сосочка? Угу. Бутылочка еще и сосочка? Нет. Да, сосочка. Не бутылочка, мне кажется, там сосы. Алиска, тебе нравится лолики открывать? Да, я очень люблю. Тут две соси. Где? Там что будет, две куклы? Или это на смену? Прикольно. Розовенький и желтенький. Да. Так, соски. Я, если честно, сначала думала, что там ничего не будет. Нету больше? Как есть. Это? Есть. Есть что-то еще. Есть еще что-то. Есть еще что-то? Что это? Да. Это, наверное, что-то интересное. Это тапки, наверное. Тапки? Да. О, вывалились. Ой. Вот такие тапки. Красненькие маленькие туфельки. Так. Ботиночки. Ботиночки. Прошу прощения. Ботиночки. Нету больше лолов. Нету. Точно? Все покрутила, повертела? Да. Сейчас должен быть праздник. Так. Смотри, чтобы на голову тебе не упало кусок шара. Праздник. Ай, я боюсь. Вот так вот. Потянули за веревочку и открыли сами. А где конфетти? Конфетти. А, наверное, здесь остались. Подожди. Нет, вот конфетти. Где? Вот. А это что? Не знаю. Понятия не имею. Оригинально. Ой. Ой, они посыпались. Вот тут тоже конфетти на полу у нас валяются. О, а тут кукла. Тут кукла. Вот тут, друзья, кукла должна быть. Так, а что это за наклейки были или что-то? Кукла. Кукла. Еще и очки. Ой, платье. Красотень. Кукла, очки и платье. Все в одном пакете. Вот и кукла.
Мы собрали куколку. Вот такая она получилась. Нет, по мне так очень даже миленькая. И, кстати, я еще когда находила, я не заметила, но там была еще одна секция, и вот что мне попалось. Да, еще и бусики, и очки. Но очки прям явно не для этой куколки. Мы их приспособим для какой-нибудь другой. Так. Да? И у нее теперь будет питомец. Ну, кстати, питомец по размеру с куколку, я не знаю, почему он был в маленьком шарике. Угу. Я думаю, что там тоже маленькая сестричка. Тоже маленькая сестричка размером с обычную куколку, да? Ага. О, зеленый шарик опять. Зеленый. Ты мне расскажи, тебе хоть понравилась эта куколка в розовом платье? По мне так очень даже миленькая. Да, мне тоже понравилось. Если бы только очки налазили. Ну, у нее соска, как-то соска с очками не очень сочетается. Она что, босс-молокосос? Так, открываем. Открываем шарик. Друзья, представьте, Вол босс-молокосос. Точно. Маленькая Вол-систра. У меня вообще не было сестренок. Ну, наконец-то. И сумочка еще вот такая. Фу, воняет. Она и все вот выветрится. О, а сумочка, кстати-то, симпотная. Да. Так, на вклейке. Смотрите, и еще одна. Подсказка такая же. Подсказки они везде одинаковые делают, я поняла. И вот еще стикеры и вкладыш. И вкладыш. Правда, от настоящих кукол мы не сможем собрать их. А вот он, маленький пупсик. А давайте хотя бы найдем похожую. Слушай, ну смотри, миленькая какая. Да. Она похожа на вот эту. Один в один. Да? Да? Кстати, друзья, действительно, вот на вкладыше. Вот. Реальная. Да. Прям как настоящая. Давай откроем и посмотрим ее. И сумочка просто бомба. Мне очень понравилось. Давай к нашим аксессуарам. А куколка, кстати, не воняет. В нос засунула. У меня голубые трусики. Очень миленькая Лялечка. А где прям сумочка? Миленькая. Смотрите, друзья. Ляля пошла гулять. Супер, Ляля в сумочке. Алиска, что происходит? Питомец открывает себе друга. А, вон оно что. Ух ты, тогда его и назвать как-то надо. Да. А, кстати, смотрите, друзья, я сняла первый слой, и как будто бы я его не снимала. Это шарик, сделанный просто из слоев. Да. Снял наклеечку, внизу еще наклеечка. Снял наклеечку, внизу еще наклеечка. Не было подсказки. Вот это уже второй слой пошел. Смотри, сейчас третий. А как будто и не снимала, да? Да. Третий сезон, кстати. Третий сезон. Так, опа, что-то есть. Девочка плюс бутылочка. В пэтсах у нас попалась девочка плюс бутылочка. Как вам подсказка? О, фиолетовый шарик. Или белый? Не пойму. Это белый, похоже. Белый. Золотой. Белый или золотой? Белый и золотой. Белый и золотой. Так. Друзья, смотрите. Ну, доставай. Доставай скорее, посмотрим, что же там. Что тут? Бутылочка. Ой. О. Бутылочка очень похожа на предыдущую. Надеюсь, это не повторка. Ну, это вообще-то Пэтси. Как может быть повторка с куколкой? Неужели они в Пэтси положили куклу? Муси. Это прикол. То есть у Пэтса будут такие же бусы, как у предыдущей куклы. Это Пэтс конфетти поп. Если сейчас будет два таких же тапочка красненьких, я буду прям вообще в шоке. Корона. Нет, короны не было. Показывай. Ух ты, красота. Так, корона.
Я боюсь, если честно, даже открывать и смотреть, что тут. Тапки у нас. Там еще одна подсказка. Я увидела, там еще одна подсказка, друзья. И... Пам. Это котик. Котик. Ой, как здорово. Котик. Ой. Нет, не котик. Котик на маловина заяц. Еще одна подсказка. Яички. Гули. Как это котик? На половину заяц. Это очки Гули, друзья. Как это кот и заяц? Друзья, посмотрите на подсказки наши. Вот столько подсказок у нас, получается, было в одном яичке. Но посмотрите, какая лапочка. Я в восторге, ребят. Мы, кстати, сосочку взяли от девочки. Да, мы от другой куколки взяли сосочку. Но факт остается фактом. Классная игрушка. Мне очень понравилась. Это не котик и не заяц. Это хомячок. Покажи его поближе, хомячка. Посмотрите, какой щемилаха. Кукла улетела. Вылетела. Да. И тут, кстати, нарисована моя девочка. У меня такая есть. Да, у Алиски такая есть. Ну, давай, открывай. Открывай скорее уже. Не терпится посмотреть, что ж там будет в этом конфетти-попе. В этой попе конфетти. Попе-конфетти? Попе-конфетти? Не открывается. Не открывается. Шел второй час распаковки последнего шарика конфетти-поп. Вот. Ждем. Давай я тебе помогу. Да. Так. А вот и семья. Семья, да. Самый прикол в том, что в этом конфетти-поп нет конфетти, похоже. Потому что нет ни веревочки. Помнишь тот шарик, какой был интересный? А этот обычный. Ну, давай смотреть, что там. Ого! Вот это пакетос. И... Наклейки. Она может из ушей литься вода. Из ушей? Да, это новая способность пятая. Обалдеть. И вот еще подсказка сейчас. Вот. Подсказка. Это подсказка? Да. Это, по-моему, просто куколки с крылышками. А ну, там у нее есть крылышки? Не знаю. Ой, тут бутылка вывалилась. Так, давай скорее смотреть, мне аж прям интересно. Итак, конфетти-поп. Не конфетти-поп, но вот такая ля-ля. Да. У нее крылышки за спиной. Ну покажи, покажи нам крылышки. Классные. У нас не было такого комбинезона, даже похожего. Да. Вот это самый крутяк. Мы очень любим разные наряды для лол, потому что их можно одевать на других лол. Да. Логично? Логично. Логично. Сейчас Алиса хочет попробовать, меняют ли они цвет. И да? Как... Какую способность они делают? И какую они делают способность? Мы будем следить за новостями и вам обязательно все расскажем. Что у нас хомяк делает? Плюется! Я говорила, что самая крутая игрушка это хомяк. Он плюется! Друзья, к сожалению, все остальные они у меня плевались, но зато вот этот плевался, и еще у него челочка меняет цвет. Да, у хомяка челка меняет цвет с розового, она становится... Темно-розовой. Темно-розовая она становится, когда сухая, а такая вот бледно-розовая становится, когда в водичке побывает, да? Да. Короче говоря, вот такая у нас была распаковка. Мы посмотрели куклы лол-подделочки. Ну и питомцев. И питомцев, да. Хомяк просто произвел на нас неизгладимое впечатление. Вот. У Алиски собирается уже целая коллекция лол. В одном из видео она обязательно вам покажет, какие у нее есть уже куколки. Да? Да. Вот. Ну а мы с вами прощаемся. Говорим пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте что? Лайки, если любите лол. Конечно, я думаю, что сейчас большинство деток любят лол. Мы будем и дальше продолжать снимать. Ой, бабушкины пальчики. Мы будем и дальше продолжать снимать разные распаковки лол. Только начали это дело. Так что мы вас любим и ждем в гости на нашем канале. Пока-пока. Пока.